Центр национальной литературы «Содружество» продолжает знакомить молодежь с творчеством великих советских писателей и поэтов. Библиотеки Пушкина сегодня отмечают 110-летие со дня рождения великого поэта татарского народа Мусы Джалиля. Узнать историю жизни поэта сегодня в библиотеку Пушкина пришли студенты КИПУДНа и учащиеся школы номер 8. Творческий вечер произвел на них большое впечатление, заставил о многом задуматься. Даже в плену он не сдавался врагу. Он продолжал свое дело, он поддерживал Советский Союз. Это для меня пример для патриотизма. Молодежь не должна забывать историю, потому что без истории не было бы нынешнего мира, не было того, что сейчас стоит у нас под ногами. Заинтересовать молодежь творчеством татарского писателя, укрепить межэтнические отношения и показать, что и сегодня, как много лет назад, дух патриотизма также важен, главные цели организаторов. Наше мероприятие, мы старались больше показать его произведение, и дать вот это направление патриотическое, что ради чего человек прожил, погиб. Поэт-герой, поэт свободы – так называли Мусу Джалиля. Поэзия была его призванием с юных лет. После школы он окончил литературное отделение МГУ, потом работал редактором. В 1941 году Муса Джалиль уходит в Красную армию, чтобы сражаться с фашизмом. Он политрук все время на передовой с солдатами. Дальше было тяжелое ранение – плен, концлагерь. Но дух Джалиля не был сломлен. Он писал стихи и листовки с призывом не падать духом и верить в победу. Муса организовывал подпольную группу и устраивал побеги военнопленных, но самому бежать не удалось. Одиночная камера тюрьмы Моабит стала последним пристанищем поэта. За участие в подпольной организации Муса казнен на гильотине 25 августа 1944 года в военной тюрьме Плюцинзее в Берлине. О подвиге героя-поэта стало известно лишь после войны. В 1956 году он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а в 1957 стал лауреатом Ленинской премии за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь».